друзья, всем привет! Сегодня мы посетим с вами контактный зоопарк. Контактный зоопарк именно этот посещал уже два раза. Это будет уже третий раз. Там очень интересно, достаточно много животных. Так, вход там 300 рублей в будний день, выходные 350 рублей, если не ошибаюсь. Точную информацию я вам в описании напишу. Так, ну что, пойдемте. Так, друзья, ну что, я уже в торговом центре. Так, пойдемте. Вот, мы пришли. Друзья, ну что, все, я вот купил билет. 300 рублей сегодня стоит билет. Сегодня будний день получается. Так, значит, смотрите правила. Вот мы сказали правила посмотреть. Вот. Кому нужно, остановите видео. Так, ну что, друзья, пойдемте. Да. Так, друзья, вот надо одевать бахилы, значит, смотрите, обязательно. Все, пошлите. Так, заходим, друзья, заходим. Ой, какая красота. Вау, это кто? Спят. Спят, малыши. Какие милые спят. Майк, даже не разбудить их. Ой, проснулась, проснулась. Проснулась, моя девочка. И ты мальчик. А ты так спать хочешь, да? Смотрите, какая красота. Спит. Ой, кенгуру, кенгуру. Смотрите, кенгуру. Недавно, говорит, приехала. А туда заходить можно или нельзя? Нельзя, да. Только приехала. Ну да, сейчас адаптация проходит. Смотри на меня. Кс-кс-кс. Посмотри. Будешь кушать? Ой, ой, ой. Скучает, смотрит. Ну посмотри на меня. Кс-кс-кс-кс. Ой, какая красивая, какая красивая. Ой, ой, ой. Так, ладно, пойдемте дальше. Куати. А где Куати? Где? Ой, не. Не вижу. Вон она. Вот Куати, смотрите. Пойдешь ко мне? Кс-кс-кс-кс. Идешь? Блохи завелись, что ли, тебе? Так, это кто? Это лисы. Смотрите. Спит лиса. Спайтесь. Все спят. Спят. Так, ну что? Вау! Попугайчики. Их переселили, друзья. Смотрите. Как много. Вон гнездо даже есть.
лошадка, пони. Так, пойдем дальше. Вау, вот это я вот тоже не видел. Привет, как тебя звать? Смотрите, какой. Вау, какая красота. Обалдеть, это торчи. Это собаки. Очень суровая птичка. Так, а сейчас почитаю, кто это. Это сова ушастая, друзья. Так, и козы. Привет, скажи. Ме-ме, скажи. Пойди погладим их. Я не знаю, как открыть дверь. А, ну-ка, давай. Так, все, закрыл. Привет. Привет. Смотри на меня. Как тебя звать? Что не смотришь? Не хочешь? Не готова сниматься, да? Готова? А ты готова сниматься? Готова? Ой, какой хороший козочка. Тебя как звать? Катя звать? Ты моя девочка. Тоже девочка. Вот барашка. Он что-то кушает. А, не хочет, недоволен, не хочет. Все спят. Погода же-то на улице какая. Они же чувствуют. Не хочет, чтобы тебя трогал, не хочет. Ой, королева. Прям просто королева. А что? Что такое? Так, ладно, друзья. Пойдемте дальше. Что там кто у нас есть? Так, пойдемте дальше смотреть. Ой, черепаха, у меня такая была тоже черепаха. Давно-давно была вот такая черепаха. Она ходячая. Не плавает, а ходит. Какая? Правда, красиво. Что красиво? Ночь. У меня вот такая вот большая была. Но я не могу думать о звездах. Милашки. Расскажи о нем. Там все понятно. Вау, куры. Куры тоже переселены. Это красивый пух, петух. Давай. Не хочешь? Цып-ц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 ып. Что, интересно? Интересно стало, да? А тут китайские вроде курицы. Вау, какая красотуля. Смотри на меня, какой большой. Я не пойду, боюсь. Так, это кто? Морские свинки тоже переселили, кстати, да. Так. Ой, лишь бы не задавить никого. Выходи. Иди выходи оттуда. Иди. Давай. Кус. Ой, пролазывай, иди. Никого не задает. Вон, села там, сидит. Привет, мой хороший. Ой, мой хороший. Ой, что такое случилось? Вот тебя где?
так вот можно гладить. Правда, не всех животных можно трогать. Каких-то можно, каких-то нельзя. Кто-то спит. Вот этих можно потрогать, пожалуйста. Да. Как много их. Ой-ой-ой, как у Гаруси. Это кудрявая прям. Кудрявая-кудрявая. Что это такое было? Чего дерешься? Все, убежали. Кто-то мне лезет прям туда. Дальше, друзья. Так, заставим лайк зверюшкам. Им понравится. Так, пойдемте теперь кроликов смотреть. Вот смотрите, вот они не пускают. Вот такие большие-большие. Какие большие. Так, ну что, пойдемте посмотрим. А как я зайду? А что такое? А вот, попросите, давайте они будут заходить. С ними разговариваю. Вообще красота. Давай, давай, расселся тут. Давай, иди. Иди. Вот, не пускают меня, вот легли и не пускают, да? Совесть. Ты ко мне хочешь на ручки, да? На ручки. Надо меня кушать. А у меня вот такая крольчиха. Только поменьше. Ну, вы, в принципе, видели. Кушает. Блондинка среди всех. Все брюнетки. Что такое? Что? Уши поднял. Что случилось? Что? Как уши стоят. Ну, зачем ты пакет кушаешь? Что это такое? Друзья, это мышка Дегу. Что зависло? Не хочет. Только бегала по колесу, все зависло. Вот там вот спит Чинчилла, вон там Чинчилла спит. Так, друзья, я попытаюсь их обнять, приласкать, не знаю, что получится.
Так, пойду, друзья. Друзья, нет, не хотят. Лапки такие теплые, теплые. Друзья, смотрите, с ним шиншиллом. Как держать, боюсь. Смотрите, какая красота. Ой, какая. Слушайте, какой мех интересный. Красота, слушайте. Давно мечтала так подержать. Все, куда пойдешь? Спишь? Целый день спишь? Тебе не стыдно? Друзья, тут оказывается три лисы. Серая, черная и рыжая. Обалдеть. А тут эта серая, я не знаю, как называется, надо посмотреть. Тут никакой информации не найду. Ну ладно. А, зевает. Сонное царство просто. Шиншилла кушает зерно. Воспринять как игрушку ее, да? Они высоко очень прыгают. Да. До вашего роста допрыгнут. Я буду аккуратно. Просто вам камеру сведят и все. Вот он. Сейчас давайте я его на руки лучше. Хорошо. Так, Фоксик, здравствуй. Здравствуй, дорогой. Здравствуй. Все, все. Детка. Фокс, детенька. Вау. Обалдеть. Он, наверное, просто, как так сказать, царь или кто там у них, вожак. Да. Спокойнее. Но он самый старший. А, ну правильно, вот вожак. Единственный такой мальчик и самый старший. Такие бабки. Ой, зевает, зевает. Разбудили, разбудили. А я думаю, только три, а тут оказывается четыре. Да. Ой. Обалдеть, я бы так лисы вот никогда вот так вот не трогал. Вообще. Я даже не верю. Красота. Это какой? Это самец. Ребята. Защитник. Так, пойдем другие посмотрим. А это серый, как называется? Вообще первый раз вижу такое. Это песцовый окрас. А-а-а. А вот та, которая черная, чернобуркой. Пойдешь ко мне? Пойдешь? Будешь кушать? Кушать будешь. Не хочет. Так вот, друзья, я в зоопарке контакт. Такие лисы. Не сделают? Нет, 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 не бойтесь. Прям гладьте ее спокойно, они очень ласковые. Вау, обалдеть. Очень мило. Царство. Тоже спит. Чернобурка, ребят, спит тоже, смотрите. Серенька. К людям ласково. Ой, на собачку похоже так. Так, ребят, говорят, у них нет гена злости. Они из института
Какого города сказали? Новосибирск. Новосибирск. Из Новосибирска приехали в Москву. Специально, говорит, там растят, чтобы не было гена злости. Так. Ой, а вот я такая боюсь, я к этим домикам. Не бойтесь. Вау. А это тоже может подойти, да? Да, но она такая пугливая самая. Ну, спи, спи. Привет. Спать не даю тебе, да? Спать не даю я тебе. Ну ладно, ну ладно. Отдыхай. Да. Прочит. И дергается другая. Ой, она зевает, что ли, там какие-то звуки. Ой, ноет, ноет. Так, Фокс. Так, 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 так. Сухо. Серая Боня. Серая. А у меня кот, кстати, Боня. Ну ладно. А вы что, блогер? Ну, как бы да. Я вот все снимаю подряд, все, что интересное и неинтересное. Так, Фокс. Вот. Видишь? Боня, что там делаешь, Боня? Давай, давай, чесаться, чесаться. Рой, рой, сейчас спит. Запись, Красненько записывай, да? Я не хочу ехать. Но она как щенок. Я боюсь, я отнесу, друзья. Мне уговаривают, я взяли, я боюсь. Страшно. Это какой-то ужас. Говорят, не соберут, а я не могу. Я боюсь. Работает? Друзья, смотрите, мне дали на ее. Это самец. Ой, как грызет, грызет, грызет. Вот тут грызет, ничего. Не-не, не так, не так, не так, да, вот так. Супер. Вон, какая красота. Понравилось тебе грызть, да? Грызть понравилось. Да? Вот, друзья, шикарно, ребят. Вы приходите, я вам адрес полностью напишу, как я и сказал. Все координаты. Ладно, все, я буду отпускать, да? Друзья, я зашел на Сухи, к Кате. Ты моя девочка. Ой, ой, кушай, такая красота. Ой, кушай, так аппетитно, смотрите-ка. А вот здесь лапки у нее уже другие. Вот у тех были вот теплые, а вот здесь такие холодненькие какие-то. Пойдешь ко мне на ручки, пойдешь, иди ко мне. Иди ко мне, иди. К вам идет, а у самой печенье. Ты видишь? Иди. Запихала в рот. Иди ко мне, пойдешь? Такая девочка. Ребята, я сейчас не звоню тебе. Ну что, пойдешь ко мне? Пойдешь? Она живет. Угу. Иди ко мне.
Все съела, ну все, все, все доела, уже все доела. Не хочет. Иди ко мне. Иди, хочешь ко мне? Мы зашли в вольер к лошадке. Очень миленькая лошадка. Иди ко мне тоже. Ах, какая красота. Смотри, тот зовут. Такой вредный, говорит, с характером. Смотрите, какая красивая. Антон взял. Ой, какой красивый. Ну ладно, все, хватит. Друзья, ну что, ну все. Я вышел от контактного зоопарка. Направляюсь сейчас домой. Надеюсь, вам понравился сам контактный зоопарк, видео. Вот, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Ну все, всем пока.